Вадим и Екатерина вместе уже около 2 лет. Когда девушка пошла учиться в автошколу, ее преподавателем стал Вадим. Теперь у него есть любимая девушка, а у нее водительские права. Поучаствовать в боях подушками они хотели уже давно, но устроить такие сражения дома не решались. Эмоции буря. Весело, интересно, прикольно. Безумно понравилось, хотя мы в первый раз. Дома кровать просто маленькая. Не хватает места. Пацаны в халтуре. Молодцы. Вышел в напряженной обстановке. Сначала мы работали с залом. Потом мы бегали по кругу, били друг друга. Моя дочь повалила ее, ее повалила мою. Месиво, в общем, кошмар. Положили ребенка, остались с бабушкой, пришли сюда. Почувствуй себя молодыми. Нет. Убираться потом просто тяжело. Пух убирать. Ну, в общем, нет, лучше не убираться. На каждый бой мы даем ровно по 1 минуте. Это была моя мечта с юности, потому что мы с моей девушкой очень любили друг друга мочить подушками. Мне показалось, что почему бы эту радость не подарить всем. Это, между прочим, первый не только в России, но и в мире чемпионат по боям подушками, причем без правил. У нас нет никаких правил. Ну, точнее, есть одно правило – надо любить друг друга, надо быть экспрессивным, эксцентричным, и чтобы было всем весело. Вот так.